Последний месяц был трудный для нас, но у нас все игроки работали тяжко, чтобы играть в Лиге чемпионов. И мы будем готовы, мы будем на 100%. И хотим играть для наших большевиков. Болельщиков. Это будет трудная игра. Если мы хотим взять 3 очка, нам надо играть лучше, чем мы играли последний месяц. Каждый индивидуальный игрок надо сделать лучше. И мы можем думать о 3 очках. Матч с Атлетико Мадрид не каждой команде удается сыграть. Это уже мотивация. Симона всегда хочется победить. И он всегда так настраивает команду, поэтому нам на другое рассчитывать не стоит. Нужна поддержка игрокам для их уверенности. Вот и все. Атлетика будет играть так же, как играет всегда агрессивно. Поэтому мы на это и настраиваемся.